Задумывался ли ты хоть раз, из чего и как готовят фастфуд? И пусть это выглядит вкусно, все же важно знать, что фастфуд содержит трансжиры. Ингредиенты и тесто в продуктах быстрого питания содержат добавки трансжиров или их готовят с использованием масла, содержащего трансжиры. Потребление трансжиров повышает уровень плохого холестерина в организме, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению. Ешь в меру. Исключи из рациона вафли, плацинды, пирожные, булки, хот-доги, гамбургеры, пиццу, кебабы, чипсы. Заботься о своем здоровье. Выбирай еду.